У меня была первая встреча нашего актерского клуба. Я попросил ребят записать коротенькие отзывы, что было самое полезное. Да, Михаил, благодарю вас за сегодняшний урок. На самом деле был он очень полезный для меня. Проработали уверенность, голос и вообще как включать разные роли. И действительно, сейчас к концу занятия я поняла, осознала, как это делать вообще в жизни. И уже сейчас даже сижу и чувствую себя более уверенно. Как-то поменялось внутреннее состояние, это очень ценно. Благодарю вас. Для меня, Михаил, было очень важно на сегодняшней нашей встрече осознать, как чувствует себя ловко в любой компании, и что это такое ловко и неловко. Мне очень все понравилось. Спасибо. Спасибо большое. На самом деле, да, встречи очень полезны. Они очень расширяют, дают понимание, раскрывают скрытые какие-то уголки тайны в себе. И это даже интересно. Как может быть еще лучше? Оля сказала, я не буду ничего говорить, но лайк поставлю. Вот. Приходите на наш актерский клуб.